Да не живая она. Как так вообще? Следующей остановкой после Лас-Вегаса стал Сан-Франциско. Если в Вегасе в это время жара 40 градусов, на улицу невозможно выйти, потому что очень жарко, то в Сан-Франциско, благодаря Тихому океану, находящемуся рядом, сейчас в районе 20-19 градусов тепла. И подумываешь о том, чтобы надеть кофту, теплые штаны, и в тапочках уже, в принципе, не походишь. Сан-Франциско очень странный климат. Еще Марк Твен когда-то заметил. Самую холодную зиму, которую я видел в своей жизни, это было лето в Сан-Франциско. Если во всей Калифорнии сейчас в районе 30-40 градусов жары, то здесь максимум летом доходит до 25, а зимой до плюс 10. Разбежка очень маленькая, поэтому в принципе ты можешь купить один комплект одежды и носить его всю жизнь. Тот же Марк Твен однажды сказал: «Вам не нравится местная погода? Подождите 15 минут». Здесь очень переменчивый климат. Если с утра и вечером все время стоит туман, то днем город и становится тем самым Сан-Франциско, солнечным городом. Пчела. Это Сан-Франциско, город в стиле диско. Это Сан-Франциско. Тысячи чертей, как холодно! Глядя на этот город, сложно представить, что он вполне мог бы быть русским. Русские в 19 веке активно колонизировали Аляску. Она была богата на пушнину, которая ценилась тогда, как нефть сейчас. Но, поскольку на тему сельского хозяйства Аляска богата не была, решили основать колонию южнее, в Калифорнии. Предварительно выкупив землю у индейцев за 3 пары штанов, 3 одеяла, 2 топора, 3 мотыги и несколько ниток бус. Построили форт, назвали Форт Росс. Неплохо обжились. Именно русские первыми создали здесь фруктовые сады и виноградники. Но спустя почти 30 лет нашли более удобный способ поставки продовольствия на Аляску. И Форт Росс продали американскому предпринимателю и землевладельцу Джону Саттеру за 42 857 рублей серебром. Кстати, позже, во времена калифорнийской золотой лихорадки, в Сан-Франциско приехало еще немало наших соотечественников. Самое быстрое развитие Сан-Франциско получил как раз во времена золотой лихорадки, когда в Сакраменто нашли золото. И сюда, на русский холм, приезжало огромное количество русских эмигрантов в надежде найти свое счастье. Сейчас Сан-Франциско один из самых преуспевающих городов США. Город портовый. Рядом Тихий океан. И в этот город заходят суда со всего мира. Местные жители выглядят куда более подтянуто по сравнению с остальной бургерной Америкой. Возможно, потому что для простого похода за хлебом им с самого детства всегда нужно было подниматься в горы. Тут или от хлеба откажешься, или калории потратишь. Кстати, именно здесь, благодаря рельефу местности, снимают лучшие автомобильные погони. Сан-Франциско – очень мощное социальное неравенство. Много бездомных. Возможно, потому что именно Сан-Франциско был столицей движения хиппи в 70-х годах. Больше бездомных можно встретить, наверное, только в Вегасе. Там теплее, и можно круглый год спать на улице. Но не меньше, чем бездомных, в этом городе и миллионеров, сколотивших свое состояние с помощью высокотехнологичных компаний, базирующихся в Силиконовой долине, расположенной неподалеку. Город стремится за экологическими показателями,
тут самое большое количество автомобилей Tesla на душу населения. Сигвеи, переработка отходов, запрет на полиэтиленовые пакеты. Одни только канатные трамвайчики чего стоят. На таком трамвайчике можно приехать к знаменитой улице Ломбард-стрит. Это улица из книги рекордов Гиннесса, которая называется Ломбард-стрит. На ней соревнуются официанты, кто быстрее пронесет вверх-вниз поднос с бокалами, наполненными шампанским. Кто сделает это первым, тот и попадает в книгу рекордов Гиннесса. В далеком 1936 году Ильф и Петров, приехав в Америку, конкретно в Сан-Франциско, заметили, что в принципе не нужны никакие аттракционы. Достаточно просто проехаться по этим 43 холмам Сан-Франциско на автомобиле. Проверим. В заливе Сан-Франциско есть знаменитая тюрьма Алькатрас. Остров Алькатрас расположен в середине залива, на расстоянии почти 2 километров от берега. Ледяная вода и сильные морские течения в заливе обеспечивали естественную изоляцию острова. Лодкам и другим судам было запрещено швартоваться на расстоянии ближе 200 метров от острова. Снаружи здание тюрьмы было обнесено заборами с колючей проволокой и сторожевыми вышками. На каждых троих заключенных приходилось по одному надзирателю. Алькатрас являлся самой охраняемой федеральной тюрьмой в США, и побег из него считался невозможным. За почти 30-летнюю историю этой федеральной тюрьмы из нее пытались сбежать лишь 36 человек. Официально ни один из этих побегов не удался, а большинство из их участников либо схвачены и возвращены в камеры, либо застрелены. Но есть один случай, который может это опровергнуть. Напишите в комментариях, если интересно, как трое человек, возможно, все-таки смогли сбежать из Алькатраса. Я сделаю про это отдельное видео. Когда-то это была самая защищенная от побегов тюрьма в США. Сейчас ее закрыли и водят туда экскурсии. На скалу теперь водят экскурсии. Все знают, что рядом с Сан-Франциско находится знаменитая тюрьма Алькатрас. Но мало кто знает, что для того, чтобы попасть на экскурсию в Алькатрас, нужно в интернете купить билет минимум за месяц. Когда я приехал сюда, я хотел попробовать попасть, мне казалось, что это будет сделать очень легко, но максимум дорого. Билет, в принципе, недорогой, ну 30 долларов, ну не критично дорогой. Но если вы не запишетесь за месяц, каких бы денег вы не могли заплатить, вы все равно не сможете попасть в Алькатрас. Странно, да? Учитывая, что очень многие люди в свое время хотели оттуда свалить. В Сан-Франциско обязательно отправляйтесь на пирс 39. Там вас встретят местные жители – калифорнийские морские львы. Когда они появились на причале, его специально реконструировали и сделали все возможное для того, чтобы животные могли свободно перемещаться и чувствовали себя в безопасности.
Даже стоянку яхт перенесли в другое место. Количество морских животных, живущих на пирсе, постоянно меняется. В поисках пищи морские львы периодически покидают пирс, но неизменно возвращаются. Обычно весной. Ученые посчитали, что всего на лежбищах пирса номер 39 поселилось около 1500 пузатеньких калифорнийских морских львов. Мы на пирсе 39, тут живут морские котики и очень воняют. Каждый, у кого есть телевизор, хотя бы раз в жизни видел этот мост. Это визитная карточка Сан-Франциско. Мост Золотые Ворота. Golden Gate Bridge. Мост Золотые Ворота известен не только по фильмам, книгам, песням. Но есть и печальный момент. Каждый год огромное количество людей хотят покончить жизнью и прыгают с этого моста. Красиво, но глупо. Вдоль пролета моста установлены специальные телефоны, по которым потенциальные самоубийцы могут связаться с центром кризисного консультирования. Возле этих телефонов есть табличка. Надежда есть. Позвони. Последствия прыжка с этого моста фатальны и трагичны. Но если на минуту отвлечься от печальной статистики, этот мост действительно восхищает. И не только условиями строительства. Многие эксперты считали, что построить его в этом своенравном глубоком проливе просто невозможно. Но и общим видом. Это еще одна мощная достопримечательность Сан-Франциско, от которой захватывает дух. Въезд в город через мост Золотые Ворота платный. Зато выехать можно совершенно бесплатно, а ощущения непередаваемые. Ну а мы двигаемся дальше. Ведь впереди новый город. Нас ждет Лос-Анджелес. Если было интересно, или если сам хочешь побывать в Сан-Франциско, поставь этому видео лайк. Ну и подпишись на канал. Это несложно, а меня очень мотивирует продолжить работу по созданию новых роликов. Ну и до встречи в следующем городе.